Вы знаете, что случилось? Говорите! Мы ничего не знаем! Мне нужны ответы! Не смейте нам угрожать! Господин, может, у вас получится их вразумить? Говори, в чем дело. Господин, я Сабура. Я уважаемый торговец из Умуги. Нужно мое уважение. Заслужи. Что тебе сделали эти люди? Моя семья пропала. А эти люди что-то скрывают. Произошло нечто скверное. Зачем ты привел сюда родных? Я договорился с людьми о переправе с острова. Отсюда мы хотели плыть на Ики. Это невозможно. На море сейчас монгольский флот. Я заплатил контрабандистам, чтобы нас провезли. Они проходимцы, но помогли нескольким семьям бежать с острова. Моя жена Аки была в ужасе. Маленький Дзютара все время плакал. Я должен был что-то сделать. И проходимцы исчезли. Вместе с твоей семьей. И эти люди что-то знают. Я выясню, что случилось. А ты стой молча. Да, господин. Но вы не слишком их жалеете. Все, идите сюда. Мне нужно с вами поговорить. Этот человек утверждает, что его семья недавно была здесь. Вы их видели? Нет, не видели? А контрабандистов, которые бы обещали увезти вас с Цусимы? Мой господин, думаю, я их видел. Женщина и маленький ребенок с игрушкой. Куда они ушли? Этого я не видел. Я таких точно не видела. Я хочу услышать каждого. А кто-то говорил о том, чтобы покинуть остров? Это лишь богачам по карману. Спросите тету. Тета, ты ведь говорил с теми семьями? Я только вчера пришел, клянусь! Здесь столько людей. Может, и эти были? Ха! Он убегает! За ним! Эй, стой! Я ничего не знаю! Ну, говори. Приходили контрабандисты. Они увели жену и ребенка этого торговца. Я пошел за ними, но меня поймали. Велели молчать, иначе перережут горло. И ты можешь уже не бояться. Куда они увели женщину и ребенка? На запад. Там, на берегу, сторожевая башня. Думаю, к ней и подходит корабль. Молодец. Давай, Кагэ! Следа жены и ребенка Сабура. Выходите! Чего же их просто забыть? Отчаянно.
Стоит лишь намекнуть, что есть надежда, я ничего не могу делать. Забирайте деньги! Не убивайте нас! Захлопни пасть! Скорее! Ваши мечи! Я все сделаю! Все будет хорошо. Вы нас спасли! Все хорошо. Не понимаю, они сказали, что нас будет ждать корабль. Выбраться с острова нельзя. Они бы просто забрали деньги и убили вас. С вами была женщина с маленьким мальчиком? Нет, мы одни. Ступайте. Жена и ребенок Сабора могут быть еще здесь. Женщина. Мальчик. Их убили недавно. Игрушка. Может, Сабра ее узнает. Он должен знать. Монголы заплатят за ваши страдания. Нужен новый колчан или мешок? Господин, вы нашли мою семью? Я нашел это. Игрушка Дзётара? Я не понимаю. Эти люди тебя обманули. Не было кораблей. Нет. В Умуге я большой человек. Мне не солгут. Солгали. Твоих родных убили. Я казнил тех, кто виновен. Но их вы не спасли. И какой же вы самурай? Вы все! Вы предали нас! Вы виноваты! Вы виноваты! Сабру, мы должны быть едины. Лучше возьми оставшиеся деньги и помоги людям сражаться. Но сперва похорони семью.
Наверняка в замке Канеда припрятаны горы. Господин. Да будет скор ваш меч. Соломенные шляпы предали Цусиму. Чего им служить на то? С того, что у них нет чести. Господин Сакай, помните статую на крестьянских землях в Куси? Какой-то юноша защищает ее от воров и разбойников совсем один. Это работа мастера Идзо. Юноше наверняка нужна помощь. Жаль будет, если статуя достанется захватчикам. Прошу, господин, сделайте все возможное. Поверить не могу, что на клан Адати напали. Преступного замка. Когда рядом верный союзник? Двигайся к цели спокойно. Thank you.
Там человек. Не подходи! А, простите, я думал, это они. Это статуя, работа мастера Идзо. Мало было монголам убить моего отца. Они еще и осквернили его наследие. Ты сын мастера Идзо. Я опечален вестью о его смерти. Ему не было равных. Это была его лучшая статуя. Будь у меня инструменты, я бы все исправил. Но убийцы и дом наш захватили. Ты получишь инструменты и восстановишь статую. Почтим память твоего отца. Благодарю, господин. Наш дом дальше по горной дороге. А если вы отомстите за отца... Отомщу. Дом мастера Идзо. Ну, сразимся! Дальше, самурай! Мастер Идзо. Он же... Что вам нужно? Мастер Идзо, я рад, что вы живы. Ваш сын думает, что вас убили монголы. А, бедный мальчик. Идемте к нему. Нет. Я жив, потому что монгольский военачальник восхищен моим трудом. Монголы уродуют ваши статуи. Уничтожают ваше наследие. Он велел сделать статую для самого Хубилай-хана. Как отказать? Берите инструменты. Уходим. А которую статую разбили? Статую Бусацу. Она сделана в честь рождения сына. Не лучшая моя работа. Он не согласен. Мамору хороший сын, но он ничего не понимает в искусстве. Что бы вы ни думали, эта статуя одна из лучших в Куси. Что мне Куси? Вы представляете, как велика монгольская империя? Выходит, вы просто гонитесь за славой. А вы нет. Призрака все боятся и уважают. Я сражаюсь за свой народ. Счастливый вы человек. Вам не пришлось выбирать между долгом перед людьми и перед собой. Сюда.
Прячьтесь. Сидите тихо. Мой сын. Тихо. Бамору. Бедный мой сын. Погиб, защищая ваш труд. На что оно мне без моего сына? Почтите память о нем. Будьте таким, каким он вас считал. Прости меня, сын. У Комода погибли многие мои друзья. Касай, Мацуда, Хонго. Я не забуду, что вы отдали жизнь, защищая наш дом.
Сделаем ваш лук прочнее. Вижу, ваш лук и так достаточно хорош. Небывалая меткость и дальность. До встречи. До встречи, господин. Он бы не справился один. Замок Коннектикут просто не взять. А он пошел. Чем докажешь? Мой друг это видел. Твой друг был там в момент, когда Дзин Сакай взял замок Канеда в одиночку? Не прямо тогда, но он там был. В стенах замка? Поблизости. Все наладится.
мать провела последнюю неделю жизни на горячих источниках и даже тогда ни разу не намочила волосы. Святилище осквернили. Кто мог такое сделать? Осквернено. Кто-то намеренно это сделал. Все разрушено. Кто-то сильно постарался. Убили и бросили гнить. С полным презрением к священным посланникам. Кто-то выплеснул свою ненависть. Знаешь, кто это сделал? Монголы. Наверное, их дело. Легиум Харсинта! Похоже, есть еще.
мишень! Святое. Молчать! Ты что, возрав, что ли? Давай молчать! Что такое? Смута! Тень твой! А ща я в чём? Тихо! Тихо! Больше они не тронут ни тебя, ни других божественных посланников. Пусть убитые обретут покой. Господин! Кензи, что ты делаешь? Судьба преподнесла нам дар, господин. Дальше по дороге вражеский лагерь. Там полно еды, одежды и целебных трав. Хватит на десятки людей, на сотни. И монголов нет. Добро само идет прямо в руки. Что ты не договариваешь? Все проще некуда. Монголов нет.
полно добра. Мы поможем себе и людям. Звучит это все очень сомнительно. Ну ладно, веди. Я знал, что вам понравится, господин Сакай. Как ты нашел этот лагерь? Я давно за ними слежу. Они так обнаглели, что оставляют лагерь без охраны, когда уезжают грабить. Тогда кого ты ждал на дороге? Кто я? Никого я не ждал. Я шел себе в лагерь, когда появились вы. У крепости Ирикава есть лагерь для выживших. Им нужны припасы. Вот этим людям я и хочу помочь. Ну что я говорил? Красота, аж слезы наворачиваются. Осмотрись и забери, что можешь. Почка Саке. Кензи, что ты мне про это скажешь? Вы думаете, я один на острове продаю саке монголам? Да. Господин, обижаете. Есть здесь что ценное? Золото? Редкая древесина? Может, коврик какой? Нас интересует еда, чтобы кормить людей, пострадавших от войны. А, ну да, это тоже. Кензи, тут полно еды и лекарств. Тут полно еды. Рыба, овощи, рис, пшено. Все японское, не монгольское. Распробовали наше блюдо? В юрте я смотрел. Ничего путного, один мусор. Надо посмотреть. Кэнди, я тебя убью! Кто ты? Человек, который прикончит Кэнди. Ты бросил меня умирать. Неправда! Я привел помощь. Это... господин Сакай. Тот самый призрак. Сейчас же объясните, что происходит. Кэнди меня подставил, вот что! Все не так. Я думал, монголы заплатят за припасы. Но они не стали. И захватили в плен моего друга Натта. Вы им все это продали? Слышите? Они вернулись. Освободите меня скорей! Где взяли припасы? У соломенных шляп сперли. Господин... можете отвлечь монголов. Чтобы ты сбежал? Нет, я кое-что придумал, доверьтесь. Хватит с меня твоих планов. Просто уходите оба. Кензи, вы можете выходить! Мы здесь! Мы заперты! Господин Сакай, вытащите нас! Спасите нас! Я не хочу так помереть! Господин Сакай!
А мы хотели тут переждать. Клетка захлопнулась. Спасибо, господин Сакай. Да, спасибо. Знаете, что сейчас будет? Я повезу эту бочку прямиком. Кэнди, кажется, он зол. Господин Сакай, мы хотели передать припасы тем, кто нуждается в них больше всего. Выжившим в лагере под Ерикавой. Соберите все, что можете. А потом я приду в тот лагерь и проверю, как вы довезли туда еду и лекарства. Да, господин. Да, господин. Говорил я, что это плохая идея. А что не так? Все вышло прекрасно. Это, по-твоему, прекрасно? Монголы мертвы, соломенные шляпы мертвы, а мы добыли, что хотели. Для выживших в лагере под Ерикавой, конечно. Помогите мне! Что такое? Моя дочь пропала. Вот уже несколько дней. Может, она сбежала? Нет, это невозможно. Прошу вас, найдите ее. Вы похожи на мою мать. Она оберегала меня как только могла. Значит, вы понимаете. Где виделись в последний раз? В Додзё. Я ушла пораньше. Она сказала, что догонит, но так и не пришла. Я постараюсь помочь. Может, кто-то помнит девушку? Кто пустил пса в Додзё? Я ищу девушку по имени Кума. Девушки, парни, курочки. Что пожелаете? За щедрую плату выбирайте все, что по вкусу. Болван. Я ищу девушку по имени Кума. Ха, не знаю таких. И не хочу знать. Оставь меня в покое. Ты знаешь девушку по имени Кума? Дочь торговца? Ну, знаю. Только уж давно не видел. Мне надо ее найти. Ничем не могу помочь. Воин, сюда! Я знаю, кого вы ищете. Знаешь Куму? Да. Но здесь нельзя говорить. Идемте. Чуяло мое сердце, что ее обманут. Что-то не сходится. Мать не видела ее несколько дней. Вот тут нас не услышат. Кума моя подруга. Какой-то мужчина пообещал ей работу, и она ушла с ним. Какую работу? Управлять трактиром.
Она хотела заработать немного денег для матери. Заставила меня пообещать, что я не испорчу сюрприз. Где этот трактир? На главной дороге. Трактир Нуманака. Сразимся! Трактир Нуманака. Кума должна быть здесь. Что я вижу? В твоих глазах страх? Нельзя его пустить! Сядьте!
ничего плохого. Он здесь. Они... Пощадите. Они меня заставили. Я никому не хотела ничего плохого. Заставили делать что? Грабить людей. Я должна была сидеть у дороги и звать на помощь. Почти все останавливались. Некоторые хотели помочь. Другие... Все позади. Я отведу тебя домой. Это глупо. Сдавайся и можешь уйти. Девушки, парни, курочки, что пожелаете. За щедрую плату выбирайте все, что по вкусу. Ну, хватит. Благодарю вас от всей души, господин. Рад, что сумел помочь. Но как ты нас нашла? Я следила за вами. Видела, что вы говорили с Ронином. Когда вы ушли, я подошла к нему сама. Храбрый поступок. Ронины опасны и непредсказуемы. Ничто не сравнится со страхом потерять свое дитя. Я думала, что больше тебя не увижу. Кензи? Господин Сакай! Боги услышали меня. Это еще неизвестно. Что случилось, Кензи? Я должен денег разбойнику. Гону, мяснику. Так отдавай. Я дам. Но он назначил мне встречу в глуши. Явно хочет меня прирезать. И чем же ты его разозлил? Он заплатил, чтобы я привез саке и лекарства, а я прикарманил самую малость для беженцев из Идзухары. Думал, не заметит. Людям ведь можно помогать иначе, Кензи. Мой господин, я глупец. И ты хочешь, чтобы я тебя спас? Ну,
Может, вы так присмотрите за мной? Вдруг гон затеет недоброе? Если что, просто спугнете его, да и все. В этот раз твои намерения были лучше обычного. Я помогу. Спасибо, господин. А где деньги для твоего приятеля? У меня, не волнуйтесь. Гон назначил встречу на мосту. Это рядом. Ну, веди. Каждый раз, когда я попадаю в такой переплет, мне страшно до одури. Если не хочешь жить в страхе, не кради у душегубов. Но в первый раз Гон на меня даже не разозлился. Сколько раз ты его обманывал? 3. Зачем ты связался с этим мясником? Я задолжал Таро Красной Руке за пропавший в Икидзасе. А Гону нужно было саке. Я продал ему дешевое пойло втридорога, чтобы отдать долг Красной Руке. Вот мясник-то был рад. А, в тот раз он и не заметил. Но зато следующий страшно разозлился. Ну а что Красная Рука? Я сказал Гону, что это он продал мне саке. Я же не знал, что Гон его убьет. Занятой ты человек. Знаю, господин. Меня преследуют неприятности. Это ты их преследуешь, Кензи. Задумайся, почему. Встреча на том мосту. Остановимся здесь. Иди на мост. Я поищу место с хорошим обзором. Хорошо. А если все пойдет наперекосяк, я подам сигнал. Прокричу: «Я так рад тебя видеть!» Как знаешь. Разбойники. Это ловушка. Надо спасать Кензи. Только тихо. Гон. Неужто Гон нанял стольких разбойников из-за Кензи? Это лишнее. Мы ведь друг другу доверяем. Деньги принес? Конечно. Ума не приложу. Что случилось? Не бери в голову. Я хочу поговорить с тобой о чем другом. Я достану все, что тебе нужно. Ты был в группе. Много. Сказал, что призрак напал на гору. И правда веришь в войне призраков? Это была одна любопытная. Перед нами призрака в город прибыл торговец. Он так помогал. Уж поверь, этим на жизнь не заработаешь. Зато как ловко можно отвлечь внимание. Особенно, если призраку нужно быстро попасть в город. Думаешь, призрак разгуливает в обличии торговца саке? Нет. Так что мне сделать-то? А, привезти что-то из бухты Адзама. Где он? Кто? Твой приятель. Призрак. Ты ведь его с собой привел. Ты думаешь... Что? Смешная шутка. Хватит ржать, не то язык отрежь. Я так рад тебя видеть! Чего? Я так рад тебя видеть! Он все знает! Я очень рад тебя видеть! Что за звук? Подмотр! Здесь еще и монголы! На помощь! Мумбай-страза!
Я обязан вам жизнью, господин. Да и не только жизнью. Чего желаете? Саке? Мазь для седла? Крепкую? Кензи, зачем рисковать жизнью из-за пустяков? Это не пустяки. Мне нужна еда, деньги, теплый очаг. Ты помог спасти Таку. Доставил лекарства больным людям. Ну да, это был прям подвиг. У тебя есть дар, Кензи. Пора его применить. На пользу нашему острову. Хорошо. Я ведь человек чести. Господин Сакай. Тита подавил мятеж в Ирикаве. Он и его племянник справятся с захватчиками. Thank you.
Стоп, тяваци!
Бой! Кажется, нашли отбыт! Harak Dujwin! Бидний хотоо саг нь хар шидэж сум биш байсан юм байна үү? Ой!
Других це гарна? Хочеш бери? А ти за... пришло. Вы видели? Успокойся. Как твое имя? Сино, господин. Сино. Что ты видела? Дитя реки. Капу. Демона? Ты уверена? Оно точь в точь, как отец всегда говорил. Чудище в реке. Следы когтей на земле. Тебе повезло, что уцелела. Я спряталась, а мой отец пошел прогонять капу. Я услышала плеск воды и крики. Я выясню, что с ним, Сино. Жди здесь.
Не подходи к воде. Берегите себя, господин. Как вы голодны. Корзина перевернута. Кто-то спешил. Обглоданная рыба. И правда, кто-то голодный. Следы человека или животного ведут к реке. Следы ведут дальше. Такие чистые, как будто нанесены клинком. Убийца мог оставить следы. Еще следы прошли здесь. Пахнет жареной рыбой. Они обокрали отца Сину. Дудочка могла принадлежать отцу Сина. Несколько камней. Верну ее девушке. Отец. Мне жаль, Сино. Капы убили его. Не капы. Воры. Нет. На такое способен только демон. Отчаяние может пробудить демона и в человеке. Тебе есть куда пойти? Вагасиму. Там живет моя тетя. Это трубка твоего отца? Да. В
В ней частицы его души. Спасибо. Я скоро пойду в город. Поганый трупоед. Я лучше с голода помру, чем начну грабить и убивать, чтобы набить брюхо. У него много детей. Господин. Господин, вы бывали в бухте Умуги? Там сейчас страшный переполох. В Умуге много преступников. Едва ли когда-нибудь там станет тихо. Сейчас все иначе. У госпожи Сандзи что-то украли, и она пойдет на все, чтобы вернуть пропажу. Значит, что-то ценное. А к ценностям в Умуге лучше присмотреться. Все это уже в печенках сидит. Добро пожаловать. Хотите чаю? Вы хотите выпить чаю? Со мной? Нет. Но этого требует вежливость. Чего я хочу, так это вашей помощи. У меня украли карту. Ее нужно вернуть. Кензи весьма превозносит ваши таланты. Госпожа Сандзё, я не пойду на преступление, даже если вы с Кензи друзья. К вашему сведению, это карта мест, где хранятся запасы еды. Они нужны, чтобы кормить жителей Тойотамы. И вы хотите, чтобы я нашел вора? О, я знаю, где он. Прячется в игорном притоне у колодца трех дорог. Мне нужно только, чтобы вы вернули карту. Сделаю, что смогу. Но если вы мне лжете... Господин Сакай, я предельно честна. Спросите последнего, кто усомнился в моей искренности. Вы узнаете его по мухам, облепившим голову. Будьте осторожны. Многие знают вора, который забрал карту, и знают, на что я готова, чтобы ее вернуть. Кто готов? А вот и колодец трех дорог. Но где игорный притон? Куда ведет эта тропа?
Это и есть игорный притон. Похоже, он заброшен. Эй! Карта моя! Уходи! Я один, Сакай! Открывай! А я Аматерасу, богиня солнца! Уходи! Тут должен быть другой вход. Это ты, Аматерасу? Где карта? Простите, господин, у меня ее нет. Это все ронины. Они приказали вас сюда заманить. Ловушка. Они знают, что вас прислала госпожа Сандзё. Хотят продать вам карту. Самурай, выходи! Есть к тебе дело! Жди здесь. Да, господин. Говорят, ты ищешь карту госпожи Сандзё. Я готов ее отдать. Но не бесплатно. Я не торгуюсь с ворами. Ну да, при этом бываете у них на побегушках. Отдай мне карту, или я сам ее заберу. А я-то думал, ты не умеешь шутить. Нас много, а ты один. Хочешь карту? Плати. Я не буду просить дважды. Убить его! Конец! Карта у кого-то из этой троицы. Вот она. Иди домой. Спасибо, господин. Я нашел вашу карту. Надеюсь, это не доставило проблем? Это все ради жителей Тойотомы. Вы ведь собираетесь их кормить, верно, госпожа Сандзё? Я уже говорила. Это мой дом и мои люди. Они голодают, у меня есть еда, и они ее получат. Тогда я вас оставлю. Спасибо, господин Сакай. Столько наших перебили, а в Цуцу еще больше.
Вместе с Дзита. Да мы не знаем, как меч тебя. Значит, научимся. Будем сражаться за господина Симуру, и нас наградят. Если хорошо себя покажем, может, он даже сделает нас самураями. Если не... Знаешь, что я слышала от Мидзу? Тут была женщина-самурай из клана Адати, которая когда-то убила Ронина в поединке. Да. Дзин, сюда, скорее. Масако? И давно вы здесь? Недостаточно. Вам нужен отдых. Что мне нужно, это воздаяние за гибель семьи. И для этого мне нужно изловить змею по имени Амура. Я помню его имя в списке. Да, это он обеспечил убийц оружием. Мы его найдем. Он их выдаст. Нельзя оставаться на открытом месте. Идем. Говорят, Амура направляется в Умуги. Только не знаю, когда. Поэтому я жду в засаде. Мы можем наблюдать отсюда. Вам известно, как выглядит Амура? Я не видела его 20 лет. Это долгий срок. Вы его знали? Он возил товары для нашего клана, но был нечист на руку. И однажды заявил, что муж не заплатил по договору. Это правда? Конечно, нет. А теперь садись поудобнее и следи за дорогой. Мы здесь надолго. Масако, смотрите. Там на дороге люди. Похоже на него. Выглядят точно как Амура 20 лет назад. Должно быть, сыновья. Оба в этом участвовали? Я пойду в ущелье. Мне нужно кое с кем поговорить. Скорее похвастаться. Чего-чего? Неважно. Встретимся в Умуге. Расходятся. За ними. Посмотрим, куда приведут. Я за тем, кто слева. Ты за правым. Это узкое ущелье. Держись повыше, чтобы тебя не увидели. Когда я разбогатею, он, конечно, снизойдет до моих денег. Что это было? Ноги совсем промокли. Ужасная дорога. Huh.
Отец, я отомстил за нашу семью. Старый Адати мертв. И весь его клан. Кипе говорит, что это позорный поступок. Но он не помнит, что Адати сделал с нами. С тобой. К утру у меня будут деньги. В 1000 раз больше, чем у нас отняли. Отец гордится мной. А как же иначе? Все это ерунда, что Кипе говорит. Никогда мне сухими ногами не походить. Когда я богатею, первым делом проложу приличные дороги. Наконец-то! Дай-ка мне выпить. Я же велел тебе не возвращаться. Если это ты, выходи! Да 100 лет прошло с тех пор, как я тот лук украл. Сейчас я позову своего брата. Не надо, я ухожу. А чего он ждал? Это же Умуги! На меня вышел медведь. Как ты уцелел? От страха я не мог бежать. Упал на землю и свернулся калачиком. Я бы то же самое сделал. Это точно. А что потом? Я услышал рев медведя. Смотрю, он не напал на ладошку. Надо найти Масаку. Дзин, сюда! Да, этот человек замешан. Он говорил о мести клану Адати. Тогда чего мы ждем? Он направляется к тому, кто его нанял. К тому, кто приказал убить мою семью. Подберемся ближе. Послушаем. Сюда. Давай уйдем. Да чего ты трясешься? Плохо это. Плохо то, как Адати поступил с отцом. Наша семья оказалась на улице. Отец запил. Отец обворовал Адати. И пил он всегда. Слушай, провернем это дело, и ты сможешь забрать семью и уехать подальше от этих монголов. Закончим поскорей. Уходят. За ними. Смотри, не попадись им на глаза. Так он ждет на берегу? Так мы условились. Старый дурак быстро согласился. Не хочет, чтобы кто-то узнал. Не понимаю, как ты вообще теперь спишь. Там были дети. Я их не убивал. Я просто помог с оружием. Трус. Я слышал, госпожа Масако выжила. Старушка? Но ее бояться нечего. Я же ему кишки выпущу. Не сейчас. Увидят. Пыль в глаза хочет пустить. Он же и знал. Глупцы идут прямо в ловушку. Подождем. Посмотрим, что будет. Что-то здесь не так. Говорить буду я. Надеюсь, мы не заставили вас ждать. Ну и кто из вас Амура? Это я. Деньги вы принесли? Принесли. Нет, Амура мой. Давай проверим.
глупец мертв. Он говорил о каком-то письме. Оно может быть при нем. Посмотрю. Я обыщу разбойников. Посмотрю, что у них. Письмо. На этой записке тот же знак клана, что и на списке из трактира. Это была западня. Убийца вашей семьи заманил сюда Амуру, чтобы прикончить. Значит, трус заметает следы. Судя по записке, он крайне нуждается в деньгах. Выходит, его клан не богат. Или у него нет клана. Ты предполагаешь, это был не самурай? Я думаю, это возможно, но он хочет стать им. Он хочет основать свой клан на костях моего. Немногие способны на подобный замысел. Это хорошо. Сужает круг поисков. Сперва отдохните. Эта охота вас убивает. Пока я не найду этого человека, нет мне покоя. Один из убийц моей семьи разгуливает по Кубе. Найди меня там, когда сможешь. Сказали, что я ни на что не... Не пытайся бежать!
Ты не похожа на Кадзивару. Значит, ты еще глупее, чем я думал. Дзин, надо поговорить. Пойдет, и мы устоим. Масаку, что случилось? Тех, кто убил мою семью, нанял некто по имени Кадзивара. Его имя у меня в списке. Он из этой префектуры.
Монах знает, где он живет, но не говорит. Дзюньсин хочет как лучше. Я сейчас. Дзюньсин, рад тебя видеть. И я вас, господин. Мы с госпожой Масаку ищем Кадзивару. Ты знаешь, где он? Она обвиняла его в страшных вещах. Так что я опасаюсь за его жизнь. У Масаку есть причина считать, что это он подослал убийц в ее дом. Это невозможно. Он простой, мирный рыбак, любящий муж и отец. Боюсь, что гнев ослепил ее. Дзюньсин, мне надо его увидеть. Только обещайте, что не тронете его. Я вчера... Езжайте к побережью. Хижина Кадзивары стоит у воды. Ну? Идемте в сторону побережья. Спасибо за помощь, монах. Да пребудет с вами мир. Не представляю, что ты такого сказал Дзюньсину. Он вообще меня не слушал. Как будто я с камнем говорю. Думаю, он вас боится. А это с чего бы? Вы иногда вселяете страх. В наше время это не так уж и плохо. Мы ищем злого и жестокого человека. Он был вассалом клана. Надежный, хороший воин, но вспыльчивый. Ему все сходило с рук. Но как-то раз я увидела, как он избивает жену и дочь. Трус! Так обходиться со своей семьей. Я его прогнала. Сразу же. А его жене и дочери предложила остаться жить у нас. Не прошло и дня, как они вернулись к нему. Не все так просто. Особенно если веришь, что человек изменится. Эта дорога выведет нас к берегу. Лучше спешиться, чтобы не привлекать внимания. Пойдем осторожно. Я не хочу подвергать риску семью Кадзивары. Видимо, это хижина Кадзивара. Монголы ее нашли. Наверное, его уже убили вместе с семьей. Может, они еще живы. Идемте. Выходите! Поищем Кадзивару и его семью в доме. Еще рулоны ткани. Ткани. Это шелк. Что-то дороговато для бедного рыбака. Клинок запачкан кровью. Это не похоже на монгольское оружие. Это орудие рыбака.
Должно быть, жена и дочка Дзивара. Всегда боялась, что их ждет такая судьба. Может, их убили монголы? Тогда где тело Кадзивары? Масако, тут следы. Они ведут от хижины. Может, Кадзивара выжил? Он бежал, как трус. Идемте по следам. Кадзивара! Госпожа Масако! Монголы напали! Мою жену и дочь! Молчи, змея! Ты сам их убил! Из любви! Лучше я, чем монголы! Они сами хотели! Ах ты! Дин! Это ты нанял людей, которые убили мою семью! Кто тебе заплатил? Скажи, и я прикончу тебя нежно, как ты своих жену и дочь. Я знаю одно. Он понимал. Что понимал? То, какой подлый весь ваш род. Вы обрекли меня на нищету. На жалкое прозябание. Я не могла больше его слушать. Все, что он сказал, ложь. Кроме того, что я разрушила его жизнь. Садао наверняка думал так же. Предатели объединяют ненависть. Напали на вас те, кто затаил обиду. Но стоит за этим некий соперник клана, самурай. Но кто это может быть? Мы его найдем. Ты славный конь, Кага. Ронины устроили резню. Кто ваш лучший воин? Там кто-то! Интересно, выжил ли кто в трактире?
Эй! Сюда! Береги силы. Господин, помогите. Почему ронины напали? Я не знаю. Они увели с собой мужчин. Забрали моего мужа, Оду. Куда они пошли? Они что-то говорили про ущелье на севере. Прошу вас, спасите моего Оду. Должно быть, речь о полом ущелье. Там прячутся контрабандисты и работорговцы. Я почти на месте. Пробил ваш час! Господин, вы великий воин. Тебя забрали из трактира? Нет, господин. Они проходили здесь, но шли на восток. Ты знаешь, куда? Говорили что-то про скалы у реки. Я знаю это место. Забери из лагеря еду и найди убежище.
Это скалы, куда ушли ронины. Что вы умеете? Освободить людей. Где им с вами тягаться, господин? Все позади. Благодарю, господин. Эти ронины заслужили смерть. В трактире они убили невинных людей. Некоторых я узнал. Раньше они служили клану Ярикава. Те, кто пережил восстание. Предатели своего народа. С нами были еще люди. Трое. Хоа, Хёя и Ода. Значит, Ода жив. Если кого-то убили, похороните их и уходите отсюда. Да где-то там. Что это за звук? Кто готов? Господин, помогите людям в трактире. Мою жену ранили. Я с ней говорил. Она? Она думала о тебе до конца. О, нет. Моя милая жена. Я отомстил за ее смерть. Эти ронины больше никому не причинят зла. Спасибо, господин. Я хочу посмотреть на нее в последний раз. Попрощаться.
Не сожаления, а ответы. Спросите крестьян. Возможно. Скоро будут говорить. Господин Сакай, я тревожусь за нее. Дзюньсин, что происходит? Госпожа Масако кого-то ищет. Разгневалась, что я не смог помочь. Так как помог с рыбаком Кадзиварой. Вы его нашли? Да, но прежде он убил жену и дочь. Как я мог быть таким глупцом? Госпожа Масако сурова, но она говорит правду. На этот раз я и правда не знаю, кого она ищет. Тебе нечего бояться, я с ней поговорю. Спасибо, господин Сакай. И за то, что прогнали отсюда монголов. Теперь мы можем все восстановить. Им повезло, что у них есть ты. Береги себя. К мосту. С ней были вооруженные мужчины. Благодарю. Можете идти. Они знают, кого вы ищете? Женщину из списка. Воровку. Я могу помочь. Я должна найти ее сама. Говорят, с ней были вооруженные люди. Наемники. Те, кто умеет убивать. Это может все усложнить. Мне нужна твоя помощь и еще молчание. Да, конечно. Крестьяне говорят, что они пошли к мосту сразу за домом, то есть туда. Погиб при комоде. Хорошо, что не пошли. Но! Что это за воровка? Ограбила дом Адати после нападения. Вынесла фамильные ценности, личные предметы. Хуже всего то, что раньше она служила у нас. 3 года назад мой муж поймал ее на краже. Он хотел ее высечь. Я сделала все, чтобы ее защитить. Но ей пришлось уйти. Она будто дорога вам. Она была мне подругой. Ее предательство ранит сильнее прочих. Вот и она. С наемниками. Идемте. Только тихо. Я все продам. Просто немного попозже. Поздно. Он сам все продаст. А теперь веди нас к вещам. Я заплачу. Только не забирайте. У тебя нет денег. Есть гребень. Он золотой и с жемчугом. Это же был дар. Да, это можно продать. Нет, он нам голову снесет. Хватит. Показывай, где спрятала. Наемники не нужны нам живыми для допроса. Только она. Надо убить их всех. Так будет проще вернуть вам пропажу. Только не попадись, иначе ей не сдобровать.
Он отвлекся. Сейчас. Лучше не близкий. Чтобы скоротать время, я расскажу ближе. Жила-была девушка. Она работала в чайнике. Жизнь ее была трудна. Чайник зашел. Я не сразу полюбила. Сердце девушки было разбито. Она пошла. Демона. Назад! Да, моя жена тоже умеет. Как и все мы. Обернувшись демоном, девушка полетела в монастырь. Монах заметил. Она подошла. Расплавилась и убила. Уже вас такой убил, за нами следили! Убейте! Глупцы! Дин, мне нужно поговорить с Майей. Если что, я здесь. Ты украла ценности моей семьи для этих убийц. Как ты могла меня предать? Это не так. Вы меня предали. Прогнали меня. Я спасла тебя. Муж думал сечь тебя плетьми. Он узнал. Почему вы не ушли со мной? Я была госпожой клана Адати, а ты воровкой. Я еще люблю вас. Тогда скажи, кому ты служишь? Он убил мою семью. И меня убьет. Я не позволю тебя тронуть. Я отведу вас к вашим вещам. Мы знаем, что твой господин – некий самурай. Он не называл своего имени. Я ни разу его не видела. Он только передавал записки и знал о нас, госпожа. Откуда? Он не говорил. Но сказал, что знает, каково это – любить вас, что понимает... Как мне больно. Масаку? Майи была и остается единственной... Он волновался за эти вещи. Боялся, что они будут утрачены. Он хочет продать их. Эти вещи дороги только как память. Он много за них не выручит. Тогда, может, он и не собирался их продавать? И для него это тоже память. Он говорил об этих вещах так, будто они принадлежали ему. Эти реликвии принадлежат только моей семье. Из всей семьи осталась я одна. Вещи лежат в этих кустах. Дин, ты не мог бы все собрать? Я хочу попрощаться. Ты пыталась продать свой гребень наемникам.
чтобы сохранить ваши фамильные вещи. Когда узнала, что вы живы, хотела все вернуть. Но не знала, как. Оставь гребень себе. Прошу, ради меня. Обещаю, госпожа. Спасибо. Где Май? Ушла домой. Дзин, хочу, чтобы ты знал, я не... Вы не должны ничего объяснять. Я любила своего мужа, но и Май любила тоже. И до сих пор? Думаю, это навсегда. Тот, кого мы ищем, к вам неравнодушен. Кроме мужа и Майи, у меня никогда никого не было. Никаких тайных воздыхателей. Возможно, он притворялся, чтобы вызвать у людей сочувствие. Не знаю, кто бы на такое пошел. Мы продолжим поиски. Это только вопрос времени. И когда оно настанет, он заплатит.